так на сегодня себя чувствует лобелия в кашпо в подвесном. Хороший кустик, но это самое лучшее. Вот такой каскад. Я прошла, подстригла кончики, чтобы она пускала еще и кустилась больше. А сейчас покажу ту лобелию, которую я ради эксперимента посадила в зиму в горшок, и она у меня перезимовала. Вот так на сегодня она выглядит. Не очень хорошо. Но я особо за ней, в общем-то, и не ухаживаю. Она жива, цветет. Но я думаю, не стоит все-таки в зиму оставлять. В зиму были тоненькие такие плети. Я их тут уложила крючочком. Сейчас вот кончики только цветут. Не стоит экспериментировать. И на зиму ее в горшках оставлять. Эффекта нет никакого.